Яйца являются одним из самых питательных продуктов на планете, ведь одно яйцо содержит все ингредиенты, необходимые для превращения маленькой клетки живого цыпленка. Чтобы это произошло, в яйце должно поместиться все жизненно важные питательные вещества в очень ограниченном пространстве. Яйца – один из лучших источников качественного белка. Они снабжают ваш организм всем необходимым для наращивания мышечной массы и восстановления. Поэтому эксперты в области питания рекомендуют съедать 3 цельных куриных яйца в день. Хотя яичный желток действительно содержит много холестерина, не спешите делать из этого какие-то выводы. Многочисленные исследования не выявили связи между употреблением яиц и развитием сердечных заболеваний. Холестерин – это не просто вредное вещество, способное закупорить наши артерии, как о нем пишут в популярных изданиях. На самом деле это структурные молекулы, из которых состоят клеточные мембраны. Холестерин отвечает за выработку тестостерона, эстрогена и кортизола, которые очень важны для нормального функционирования нашего организма. Помимо получения его из пищи, наш организм вырабатывает собственный холестерин в печени. И когда мы едим продукты, богатые холестерином, наша печень просто начинает меньше вырабатывать его. Поэтому диета мало влияет на общее количество холестерина в нашем организме. Кроме того, существует хороший, высокой плотности и плохой, низкой плотности холестерин. По данным Американской кардиологической ассоциации, плохой холестерин может способствовать атеросклеротических бляшек, которые засоряют артерии и делают их менее гибкими, увеличивая риск сердечных приступов и других сердечно-сосудистых заболеваний. С другой стороны, хороший холестерин уменьшает количество плохого холестерина в артериях, выводя его обратно в печень, где он расщепляется и выводится из организма, тем самым защищая здоровье сердца. На самом деле, яйца содержат много хорошего холестерина высокой плотности, в то время как трансжиры, содержащиеся в чрезмерно обработанных и жареных продуктах, способствуют повышению уровня холестерина низкой плотности. Таким образом, потребление цельных яиц не только принесет пользу для вашего здоровья, но также поможет обратить вспять негативные последствия нездорового питания. Кроме того, яйца также содержат значительное количество витамина D, витамина Е, витамина К, витамина В6, кальция и цинка. Яичные желтки содержат лютеин, разновидность каротиноида, который помогает предотвратить дегенерацию желтого пятна, которое является основной причиной развития слепоты. Лютеин также содержится в зеленых листовых овощах, но исследования показали, что организм лучше усваивает его из яиц. Кроме того, желтки также содержат зеаксантин, антиоксидант, который защищает ваши глаза от вредного ультрафиолетового излучения. Витамин D играет решающую роль в процессе усвоения кальция и поддержания здоровья костей. Поэтому, если вы не получаете его в достаточном количестве, это может привести к развитию остеопороза и других заболеваний костей. Поскольку витамин D редко встречается в наших продуктах питания, многие люди испытывают дефицит этого вещества. И здесь яичные желтки снова приходят к нам на помощь. Они могут снабдить ваш организм необходимым количеством витамина D. Если вы страдаете от дефицита железа, который характеризуется частыми головными болями, усталостью и раздражительностью, яйца также помогут вам. Два больших яйца содержат 2 мг железа, и при регулярном употреблении яиц вы можете значительно увеличить содержание железа в своем организме. Употребление в пищу яиц может помочь вам сохранять чувство сытости и легко контролировать голод. Если вы съедите яйца на завтрак, вы сможете оставаться сытым более долгое время, чем после приема в пищу большинства других продуктов питания. Это, в свою очередь, ограничит потребление калорий в течение оставшейся части дня, что приведет к более эффективной потере веса. Белок в яйцах обеспечивает стабильный и устойчивый источник энергии для вашего тела, который не вызывает повышения уровня сахара в крови или уровня инсулина. Как мы уже говорили ранее, яичные желтки богаты холином, который, помимо прочего, является важным питательным веществом для правильного функционирования мозга, что особенно важно для правильного развития мозга. Исследования показали, что употребление яиц во время беременности и кормление грудью стимулирует здоровое развитие мозга у детей. Кроме того, исследование, проведенное в Университете Северной Каролины, показало, что холин может снизить риск рака молочной железы на 24%.